Аслан Баймуханов, как говорится, донор со стажем. Сдавать кровь он начал еще в студенческие годы. Мужчина ведет активный образ жизни, спортсмен. Сюда приходит обязательно. Как рассказал мужчина, услышав про страшную аварию, решил тоже внести свой вклад в спасение жизни. Сдавать кровь еще и полезно для здоровья, но больше всего хочется, чтобы кровь спасла кому-то жизнь. Увидев в социальных сетях информацию о том, что необходима донорская кровь, я не остаюсь в стороне. Сегодня тоже пришел. Вообще я стараюсь приходить в центр крови несколько раз в год. В областном центре рассказывают, что в первый день после аварии к ним пришли сдать кровь около 200 человек. Все дело в том, что в социальных сетях кустанайцы распространили информацию, что необходима донорская кровь любой группы. Тем не менее, принять всех в центре крови физически не могут. Есть и определенная норма необходимой крови. Специалисты рекомендуют, прежде чем распространять информацию о необходимости донорской крови, сначала лучше проконсультироваться с ними. Ежедневно ситуация с наличием той или иной группы меняется. К примеру, сегодня есть все разновидности. У нас имеет место переизбыток некоторых продуктов крови, в частности, свежезамороженной плазмы. Вот. И все компоненты крови, они имеют разные сроки хранения. Если эритроциты, например, хранятся 42 дня, тромбоциты всего до 7 дней, то плазма хранится 3 года. И в связи с этим... И также в связи с тем, что этот продукт менее востребован в медицинских организациях, не потому, что он не нужен, или не потому, что нет таких больных, просто есть ограничения по его применению. Также в центре крови отмечают, что ознакомиться с информацией, какие группы необходимы, можно на их официальном сайте. Алексей Краснов, Наталья Луговская, Алия Досмагамбетова, РТН.